SEC одобрил первый биткоин ETF. Цена биткоина улетает в космос. Опа, BlackRock подтвердил, что это шляпа и новость фейк. ТДМС, цена сдувается туда же, откуда и начался памп. В общем, ребята, вот мы в очередной раз видим, что криптоиндустрия — это очень увлекательный аттракцион щедрости и жадности. Смотрите здесь, что происходит. Щедрость, собственно, достигается за счет жадности других. Смотрите, как идеально TRDR на 15-минутке показал обе вот эти локальные вершинки. Как вы можете видеть, мы видели здесь сигнал жирных продаж, и он отрабатывал. Но, тем не менее, если мы приближаемся на час, то уже вот эту вот стенку выносят прямо сейчас. И на 4-часовике вообще нет еще никаких стенок, так что говорить пока рановато о каких-то серьезных сигналах на разворот. Вот у нас тут сколько поддержки было с вами в этой зоне, $25,000. Так что, в принципе, биткоин, по всей видимости, идет, ну, как минимум, куда-то на 31-32, вот сюда, на вот это вот сопротивление локальное, где была прошлая проторговка у нас с вами. И дальше, я думаю, что, может быть, через небольшой откат, но все-таки выносит его и летит дальше наверх. Потому что я художник, я так вижу. Напишите в комментариях, как видите вы и докуда ждете вообще биток. Просто очень многие сейчас ждут дальше падений, что им дадут закупиться ниже двадцатки, а этого, как правило, не бывает. Это бывает очень редко, и это уже у нас с вами было, когда мы ныряли, собственно, ниже двадцатки. Вот. Также хочу вам напомнить, что сервис CandleWave замечательно отсигналил нам здесь про покупку в самом низу, и мы об этом писали у нас в Телеграме. Так что обязательно проверьте, подписаны ли вы на наш Telegram also. Вот, ссылка на правильный в описании. И сейчас появляется на экране. Не ведитесь на скамеров, которые просят у вас деньги и исчезают. Короче, сигнал отработал. Как мы с вами видим, отработал, мягко говоря, офигенно. И вот мы дошли до 30 тысяч, потрогали их по Binance. Вообще там выше было. Здесь очень сильный, соответственно, конечно же, блок заявок на продажу. Поэтому ничего здесь сверхъестественного. Все идет, можно сказать, довольно-таки органичным образом все происходит сейчас. И хочу вам напомнить, что вот часовой таймфрейм мы смотрим. Биткоин очень четко отбивается от EMA Ribbon. Правда, здесь, конечно, на часовике у нас есть небольшой диверок, который, собственно, мы сейчас и видим, что уже, может быть, начинает отработку. Хотя это все такая, на самом деле, фигня. Если мы отдаляемся на дневку, то вот у нас тут, смотрите, что, даже на недельку давайте отдалимся лучше, чтобы фильтровать этот шум. На недельке мы видим с вами то, что мы выходим из глубоченной перепроданности. RSI у нас бычий, Cypher бычий, зеленые свечи Хайка наши. И мы потенциально сейчас удерживаем поддержку EMA Ribbon, которая на недельном таймфрейме, друзья, развернулась в бычью сторону. Вот здесь вот, видите, желтая линия стала выше, чем красная. И это происходило у нас последний раз. Давайте посмотрим, где на недельном таймфрейме. Вот здесь. Вот здесь, ребята, это происходило перед тем, как биткоин вырос с 9000 на 69. Вот. Ну, здесь это тоже происходило. После этого был такой пампа-дамп сильный, но это был корона-дамп, это был черный лебедь. Как бы сейчас тоже мы видим, что в мире нестабильная ситуация, тоже могут дать черного лебедя, только на самом деле могут дать и белого лебедя наверх. Учитывайте это, потому что сейчас все деньги вывели из крипты в том числе, а ракета взлетает тогда, когда в ней нет лишних пассажиров, помните об этом. Так что мой основной сценарий — это лонг, когда как не сейчас, друзья. Напоминаю, что на бирже Gate.io специально для вас ограниченная акция, действуют супер призы, даже не на депозиты, а на объем торгов. То есть вам достаточно внести по нашей ссылке там хоть $10, вот даже $5. Уже засчитывается для того, чтобы участвовать в акции. Ну и пройти KYC 2 нужно, конечно же. Вот, и дальше вы просто торгуете на фьючерсах, как вы это обычно и делаете. И тут вот такие вот сногсшибательные призы до $10,000 трейдинг-бонусами на ваш аккаунт. Но чтобы сделать 10 штук, надо 75 лямов объема. Чтобы сделать штуку, надо всего 10 лямов объема. Соответственно, 2 ляма объема 200 и так далее. Ознакомьтесь с правилами проведения акции у нас в Телеграме CryptoCommons. Вот. И торопитесь, потому что нужно все это наторговать уже меньше, чем за месяц. До 10 ноября, соответственно, будет продолжаться эта акция. Вот. Я сейчас тоже здесь буду набирать позиции. У меня сейчас в основном... У меня вообще сейчас позиций мало, потому что я выводил. И вот сейчас, собственно, я планирую аккумулировать их снова. На Bybit у меня достаточно много открыто пост. Dash, Bitcoin Cash, DOT, Ether, LTC, XRP. Все только-только выходят в плюс. Я пока их не закрываю. Я планирую ждать хотя бы какого-то более серьезного отстрела. По Dash вообще, я думаю, что мы увидим что-нибудь вот такое очень скоро. Куда-нибудь на 55, на 60. По DOT, соответственно, то же самое... Посмотрите-ка, как куда он смотрит. Да он супер-мега перепродан. Он смотрит вот отскок куда-нибудь хотя бы на вот этот вот уровень $7, а то и 8, понимаете? Тут как бы сейчас иксы, можно сказать, валяются на дороге просто. Эфирчик, кстати, в моменте выглядит послабее. Посмотрите, эфирчик тут что-то как-то не торопится расти. Но очень много, кстати, монет, которые уже стреляют.
Вон, Loom Network какой-нибудь, посмотрите, что сделал. Улетел с 4 центов на 35. 10 иксов почти выдал на ровном месте. И сейчас вот такого вот добра будет очень много, который начнет просто из-за того, что оно очень сильно перепроданное, вон, посмотрите, выстреливать. Смотрите, Loom Network перебил вот этот вот локальный хай. То есть, грубо говоря, он сейчас сделал то же самое, что если Dash сейчас улетит на 600 баксов. Поэтому, чуваки, позаботьтесь о том, чтобы вы были в ракете. Не забудьте про акцию на гейте замечательную. Потому что реально эти трейдинг-бонусы вы можете ими торговать и выводить прибыли. И также обелять сами эти трейдинг-бонусы по истечению какого-то времени, когда они перекроют размер уплаченных вами комиссий. Это очень крутая тема на самом деле. Вот, и поглядывайте за CandleWave, за TRDR, если вы пользуетесь этими сервисами, конечно. На CandleWave по ссылке из описания, друзья, скидка 15% на подписку, так что переходите по ней. Здесь тоже очень много полезных фич. Вот, ну и, соответственно, если мы сейчас отсюда идем в коррекцию, где у нас тут ближайшие уровни поддержки? Ну, это предыдущее сопротивление, 27 900, да, 28 тысяч. Я думаю, что может случиться вот такой вот откатик. А еще скоро у нас выходит полная речь Эдварда Сноудена на конференции Bitcoin Magazine. Ребята, обязательно проверьте, подписан ли вы наш канал и проставлен ли лайк и колокольчик, чтобы не пропустить уведомления. Это очень интересная речь, и он там говорит, конечно, про то, что совсем не о том мы думаем с вами. Ну или люди, большинство людей, инвесторов, биткоин-трейдеров думает совсем не о том. Они думают о цене, о графиках, о иксах. Нужно не забывать про то, что биткоин – это просто замечательная технология, и в долгую она победит именно поэтому. Вот, а это, кстати, был открыт график с Чикагской товарной биржи, на которой у нас все еще есть с вами незакрытый гэпчик, ребята, помните это. 34 200, 34 800. Если уж вы верите в гэпы, то вот, походу, мы идем сейчас его закрывать. Все, всем профитроли, дисклеймер, не финансовый совет, все ссылки в описании, и скоро увидимся, пока.